Всем привет, это Ворона Ньюс, говорим о спорте с любовью. Константин Зырянов – легенда нашего футбола. Болельщиком он запомнился своей самоотдачей и, как сам признается, был послушным игроком и выполнял все тренерские установки. Константин еще сумел пережить потерю близких в раннем возрасте, справился благодаря футболу, стал легендой «Зенита», хотя попал в клуб уже в 29 лет. Там он выиграл все кубки страны, а в победном финале Кубка УЕФА забил гол. На бронзовом Евро был незаменимым и тоже забил важнейший гол Греции. Тогда тренер сборной Гусхидин говорил о феноменальных способностях Константина быстро восстанавливаться. А Зырянов шутит, что никогда не напрягался. Для него футбол – это жизнь, неспроста он играл до 40 лет на профессиональном уровне. Потом работал в молодежке «Зенита», а сейчас главный тренер новороссийского «Черноморца». Надеемся, тренерская карьера Зырянова получится не менее успешной.